Вы вновь на канале Валера Аквамен. Сегодня 22 октября. Хороший день, теплый, 16 градусов на улице. Ой, успеете поймать, а? Ага, спасибо. Чего, что наступил? Нормально, главное, что... Это у меня улетела шапка, и товарищ ее прижал ногой. Таким образом спас мою летнюю шапочку. Смотрите, там ремонт начался. Потом поближе подойдем, посмотрим. Сегодня электричка была полностью, наша ласточка заполнена. Очень много людей приехало. Денек теплый, хотя и не выходной день. Утром было солнышко. Сейчас оно пока спряталось, но я думаю, в течение дня еще выйдет. Потому что у нас обещали температуру до 18 градусов сегодня. Ветер довольно-таки сильный, но волна небольшая. Да, я забыл сказать, что сегодня температура воды, я посмотрел, 13 градусов. Ну, то есть еще довольно-таки тепло. Для купания нормально. Вот теперь точно пойдем купаться вперед. Да, там точно вон перегородили пляж, и там ведутся какие-то работы. Видно, что экскаватор работает. Вот такое сегодня наше море. Показываю вам поближе его. Ну все, она снимает. Просто держать. Давайте. Привет, ребята! Мы вновь на море. Температура воды 13 градусов. Вперед купаться. Для нас это хорошая погода. Нет, вода классная. И вот тут мы познакомились еще с одним товарищем. Александр, да, зовут? Александр. Он тоже моржует, купается круглый год. Мы вообще проверим, какая да. И потом расскажем. А я сейчас его засниму, как он искупается. Не волнуйся. Вот я только что искупался, теперь Александр пошел. Водичка классная. Народ ходит, смотрит. Там кто-то тоже стоят. Все смотрят на моржей, на их купание. Ну, я смотрю, он не боится, он себя очень хорошо чувствует в воде, как рыба. Все здорово. Но сегодня волна не очень большая, нормально. Купаться комфортно весьма. Ой, сколько птичек летает вообще от нас. Вот волна прямо до нас дошла. Так здорово. Ну, видно, что товарищ, да, воды не боится. Спокойно купается. Молодец. Вот еще у нас один союзник, соратник. Я думаю, у него тоже есть свои видео на YouTube. Тоже посмотрим. Долго он в воде был. Молодец. Ну здорово, молодец, Саш. Вот выглянуло солнышко, сразу стало веселее. Посмотрите, как здорово. Там вон чаек кормят люди. Пойдем посмотрим, что там делают. Подойдем поближе.
кормежка, видите, на лету. Лопают так здорово. Вот посмотрите, что здесь решили построить. Тут паспорт объекта этого. Реконструкция комплекса берегозащитных сооружений. Интересно, посмотрим, что будет. Пока проход перегородили. Здесь вот видите, началась очередная стройка. Ветер аж сдувает, блин. Вот, серьезно вообще взялись, как и везде. Посмотрим, какой будет результат. Вот видите, как какие тут работы развернулись. Активно, будь здоров. Ну, добрый путь, удачи им. Вот посмотрите, сколько людей сегодня на променаде гуляет. Снова солнышко выглянуло. Вот сегодня вода 15, воздух 16. Серый балтийский тюлень. Году был установлен здесь, автор Ковалев. Ну, вот такой вид у нас осеннего нашего моря Балтийского. Погода прекрасная, тепло, народ гуляет. Все-таки осень потихоньку уже чувствуется. Листочки постепенно желтеют, краснеют, начинают облетать. Это наша аллея дружбы, которая вот упирается там в бювет королевы Луизы. Что-то его пока закрыли. Не видно там, чтобы двери открыты были. Наверное, ремонт какой-нибудь идет. Вот мы идем в Чебуречную дальше. Вот мы подошли к нашей Чебуречной. Здесь мы часто бываем с друзьями и знакомыми. Очень всем нравятся эти чебуреки. Недорогие, 100 рублей. Очень вкусные. Сейчас закажем, покушаем. Я вам покажу ценники еще. Здесь мы бываем часто. Здесь нас вкусно кормят. Спасибо этим ребятам. Тут вот у них еще открылась конкурирующая фирма. Но тут немножко другая продукция. Причем и с доставкой. И шатер вот такой закрытого типа, чтобы от ветра можно было спрятаться. Ну, наверное, тоже раскрутится потихоньку. И будут по дороге на вокзал. Я зашел в скверик королевы Луизы. Здесь сел на скамеечку. Хочу скушать чебурек горячий. А пока посмотрим. Вот здесь есть такой кинозал небольшой, где можно посмотреть интересные очень фильмы. Исторические, про Зеленоградск и все остальное. Вот видите. Городская легенда гласит, во время визита в Кранц в 1843 году король Пруссии Фридрих Вильгельм IV посадил в сквере дерево в честь своей матери, королевы Луизы. Представляете, сколько лет этому дереву уже? Больше полутора веков. Огромнейшее дерево в центре сквера королевы Луизы.
Thank you.